Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева, и сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. Топовые танцоры из Франции, Аргентины, Швеции и России выступят во Дворце культуры железнодорожников. В рамках мероприятия пройдут батлы, мастер-классы, конкурс хореографии. Вход для зрителей 300 рублей, участие в батлах 500. Совсем скоро в супермаркетах и магазинах города появятся полки с бесплатными продуктами для ветеранов и пенсионеров. Как это будет, приглашают узнать на презентацию нового социального проекта «Бумеранг». В программе аукцион с ценными подарками, где все вырученные деньги пойдут на приобретение продуктов для пенсионеров и ветеранов. Начало в 17:00, вход свободный. Спектакль в одном действии «Планета Д» ставит театр молодежи. «Планета Д» – это планета, где можно быть другим, не соответствовать канонам и чьим-то представлениям о жизни. Планета со своими особенными формами, цветами, гравитацией и другим восприятием мира, где живут очень добрые люди. Начало 18:30, стоимость билетов 500 рублей. Международный турнир по современному панкратиону на Кубок главы Владивостока состоится в цирке. Сборную России возглавит опытный представитель Владивостокского клуба «Гладиатор» Константин Киреев. Соперниками дальневосточников в октагоне станут представители одного из ведущих клубов Республики Корея – Корея Топ Тем. Еще две встречи турнира пройдут при участии спортсменов смешанного стиля и стран СНГ. Начало в 19:00, стоимость билетов от 800 до 3500 рублей. Приобрести одежду или товары для дома по приятным ценам можно будет на гаражной распродаже. Там же можно будет пообщаться, найти новых друзей, выпить вкусного чая. А главное – помочь ребятам из детского дома. Все вырученные с гаражной распродажи деньги будут переданы в благотворительный фонд «Надежда по всему миру». Начало в 11:00, вход свободный. Спектакль «Чисто семейное дело» покажут в драматическом театре ТОВ. Накануне большого праздника в центральной лондонской клинике царит неразбериха. А тут еще сложная ситуация, в которую попал преуспевающий врач Дэвид Мортимер. Грехи молодости не прошли даром, и вот на сцене появляется взрослый сын, жаждущий познакомиться с папенькой. Смешные герои, смешные ситуации, яркая сценография и костюмы – театр предлагает спектакль, который не даст зрителю скучать. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Начало 18:00. 81-ю годовщину со дня основания Приморья отметят на спортивной набережной. Здесь состоится праздничный концерт и будет работать выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства. Начало в 14:00, вход свободный. Первенство города Владивостока по спортивному ориентированию среди новичков пройдет на университетской набережной ДВФУ. Для участия необходима регистрация. Начало в 10:00, вход свободный. Цикл детских занятий, на которых ребенок при помощи анимации познакомится с историей города и края, запускает Приморский музей имени Арсеньева. Получившийся мультфильм можно будет тут же посмотреть и получить на свою электронную почту. Начало в 12:00, стоимость участия 200 рублей. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города.